маленькое металлическое сообщение вибрато. Что такое вибрато? Это колебание. Если я нарисую график, это прямой звук. Прямой звук. Упражнение на вибрато. Восьмые ноты. Мельче. Вот эти колебания. Тон. И чем дальше, тем дальше. Вот и все мельче и мельче. Это все тон. От тона прыгать никуда нельзя. Вверх. Вверх тон делать нельзя. И вот это упражнение и занимайтесь. Сначала начните с восьмых нот. Поток воздуха в два раза быстрее.